Сказки старинной Руси. В некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл блогер Василий. Жил он не хорошо и не плохо, скажем так, средненько. Любил почем зря и не зря ругать царя-батюшку, писав посты нервные в разных сетях окаянных. И так год за годом шел, пока не посетила мысль Василия умная, как поднять свою популярность упавшую, стать витязем знатным и найти царевну прекрасную. Вооружившись книгою старинною, необычною, не на компьютере сделанную, в толстом переплете и без поисковых функций нужных, и стал читать вдумчиво. Ну как вдумчиво, так картинки рассматривая, чтоб такое интересное и не совсем унылое, для рассказа найти, да так, чтоб и дух захватывало у пигла искушенного, и селфи фоточки сделать можно было. Долго листал Василий ту книгу старинную, пока не набрел на бабку странную, уж очень научил со школы похожую, Баба-Ягой названную, и понял вдруг Василий, вот оно то, что изменит мою судьбу нерадивую. И стал в интернете искать информацию нужную, слава богу, опыт имеется, где и как найти бабку веселую, что накормит, напоит и спать укладывает. Больно говорит моя бабка-проказница, и живет вроде как в соседней области. Так и решил Василий Прекрасный разведать о бабке странно, взяв с собой только запасы хавчика, вооружившись бесовской камерой, не забыл мобильник для селфи-фоточек, и отправился в путь дорогу длинную. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, но пришел в то место GPS-ом указанному. Тут и наша история начинается.